Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В четверг в Самарской области облачно и пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 4, плюс 6, ночью 3-4 градуса выше 0. Ветер преимущественно западный, скорость 4-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, возможен дождь. Днем плюс 6 градусов, в темное время суток плюс 3. Западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, небольшой, но продолжительный дождь. Днем плюс 6, ночью 4 градуса выше 0, западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой дождь. В дневное время плюс 5, ночью плюс 4 градуса. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.